Да, Рики. Бухарь сказал, ты поехал к старой лесопилке. Да, Бухарь ведь у нас трепло. Он начальник охраны, он обязан был мне сказать. Ты помнишь, мы там с тобой были? И я показала тебе Орду, которая там живет. Да, что-то такое было. Огромную Орду, которая там живет, спит и кормится. Да, да, помню. Короче, Рики, пока я был в ополчении, они, то есть мы, ну, в общем, мы разработали типа супермолотов. Супермолотов? Да, ну, в общем, это типа напал. Короче, за меня не волнуйся. Дик, ты нам нужен живой. Не бойся ты, все нормально будет. За меня больше волноваться не надо. Я знаю, что делать. Рики. Да, Дик. Считай, что я зажигаю свечку. Ясно. Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалмом, но смысл ты поняла. Да, поняла. Конец связи. Старая лесопилка. Ничего сложного. Надо убедиться, что я все понимаю. Лучше. Всего, что смогу вести. Я вижу, тебе нравится гонять. А, еще как нравится. Короче, я поехал к старой лесопилке. Там несколько цистерн с криозотом. Этого нам за глаза хватит. К лесопилке? Насколько я помню, там орда. Огроменная. Да, это я, в общем, и сам знаю. Тебе все не мется на тот свет? Даже после того, как жену нашел? Дик, мы ее вытащим. Да нет, нет, ты не понял. Все под контролем. Ты, главное, будь наготове. Как расчищу дорогу, я тебе сообщу. Конец связи. Дик, на связи? Но у меня было свободное время, кое-что смастерил. Бухарь, да. Вот уж точно не откажусь. Спасибо, брат. Отбой. Беру. На, лови! Слишком много! Слишком!
Все, есть. Ступил. Thank you.
Давай, давай!
Ну что, это все, что ли? Thank you.
это все? Больше нет? Больше нет. Закрой дверь! Thank you.
Ну, ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Ага. В другой раз чур я рулю, а ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай вон там останови. Я понял. Так, ну все. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно. Только бухай. Ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли? Связи? Что такое, Рики? Грузовик пока не готов, надо еще кое-что доделать. А как закончу, я с тобой свяжусь. Спасибо. А если что, я готов. Дик, ты хорошо все обдумал? Они придут за нами, если мы не ударим первыми. Ты прав. Ладно, конец связи.